Мечтали стать артистом, да, когда вы еще были совсем маленьким, молодым. Больше никем не мечтали. На самом деле, мама очень хотела стать артисткой, но ей это не удалось. Да, да. Родители не разрешили, сказали, что это вообще несерьезная профессия. Я думаю, что отчасти были правы, ну, неважно. Вам не удалось поступить в театральный вуз? Никуда не принимали, никуда. Почему? Что говорили? Что говорили? Ой, ужасные слова говорили. При поступлении в училище при театре Вахтангова мне сказали, что у вас нет юмора и темперамента. А потом несколько недель назад, а точнее 5 октября, это было, когда был день рождения у Инны Чуриковой, я вдруг узнал на этом дне рождения, что когда я поступал в училище при Малом театре, то курс набирал педагог, который вел курс у Чуриковой. И таким образом выяснил, что я с ней должен был бы учиться на одном курсе. Кто это был? Цыганков. Такой был Вениамин Иванович. Мама меня привезла к своей подруге, с которой она училась в школе. Она была замужем за Вениамином Ивановичем Цыганковым. И вот на Котельнической набережной, в высотном доме, Вениамин Иванович на меня смотрел. Ну, вообще, такой еврейский ребенок, поступающий в Щепкинское училище, это уже был нонсенс. Вот. Но я думаю, что тут дело не в национальности, хотя отчасти в ней тоже. Но вы же поступали в Щукинское. А в Щукинском училище, кстати, 80% было еврейской национальности. Я и хотел сам себя опровергнуть. Так вот, что касается Щукинского училища. В 63-м году я пришел на консультацию. Нет, в 64-м уже, потому что я ходил. Я ходил каждый год. Да. В 64-м консультации проводил Ширвинд. И он мне сказал, понимаешь, говорит, для твоего лица в советском театре нет ролей и не будет. И когда в этом году отмечали 80-летие Этуши, я сказал, что вот для лица Владимира Абрамовича роли в театре Вахтангова нашлись. Ну, тут, видимо, дело в даровании, как сказал Ширвинд, что у Этуши еще и талант был. Поэтому так. Но это не совсем справедливо, на самом деле. Не будем. Для вас тогда это было сильным ударом, что вас не принимают в театральный вуз? Это не было ударом, это было концом жизни. Я даже думал, вот сейчас, может, под машину броситься или чего-нибудь. Так как-то мне казалось, что, ну как, ну не принимают, ну что это такое, ну что безобразие какое-то. Ну что, они не видят, что ли? А об эстраде тогда вы вообще не думали? Это мне Ширвин сказал, что есть такое эстрадно-цирковое учреждение, я не знал вообще про это. Он говорит, ну туда пойди. Ну туда пошел. Меня там обнаружили. И туда не приняли. И на следующий год только приняли. То есть на следующий год наконец обнаружили все-таки, что у Хазанова есть чувство юмора? Ну, сказали, ну ладно, черт с ним, ну там он так хочет. Ну, я думаю, что это просто Господь все сделал, потому что я попал на курс к Надежде Ивановне Слоновой, так там наверху свой сценарий. И просто я об этом не знал и думал, что это трагедия, катастрофа.
Так нужно было, чтобы я попал на курс именно к этой женщине, к этой актрисе и к этому человеку, который, Царствие Небесное, она прожила очень долгую жизнь. Умерла только в прошлом году, ей было 96 лет. И могу даже вот сказать, что год простояла квартира ее, малюсенькая квартирка, в которой была мебель, с которой она прожила всю жизнь. И я, поскольку квартира завещана была, мне надо было каким-то образом распорядиться, то квартиру мы подарили одному человеку, который очень последние годы за Надеждой Ивановной ухаживал, а мебель вот эту по возвращении из Америки я перевезу в театр эстрады, в ту комнату, где я, значит, получил грим-уборную, и вот я хочу, чтобы эта мебель была моей охраной, как она была всю мою жизнь. Раз так получилось, что судьба сделала подарок для меня в виде Надежды Ивановны Слоновой, точно так же это и должно быть сделано с ее мебелью. Кто, кроме нее, еще вел вас по жизни? Вот кто был своего рода путеводной звездой? Ну, конечно, будем считать, что это все-таки такая начало системы координат — это Райкин, как представление вообще об актерстве. Как произошла ваша первая встреча с ним? В день своего рождения, мне было 15 лет, я сбежал с занятий и пошел, тогда это называлось Дом народного творчества, он находился в помещении, где когда-то была синагога, потом Дом народного творчества, а теперь опять синагога. Все как в России. Да. Ну вот. И там мы познакомились. День, когда мне было 15 лет. Что вы ему сказали? Я хочу спектакль посмотреть. Вот. А он? Он сказал: вот тебе телефон в гостиницу «Москва», позвони, и мы тебя устроим на спектакль. Вот так было. А в следующий раз пришли и сказали. А дальше уже все, а дальше всю жизнь. До последнего момента погребения Аркадия Исааковича. И вот, к сожалению, наша с вами последняя встреча произошла в день поминок. День похорон, да, и поминок. Ну да, вот Райкин, Слонова, Розовский, Марк, Виктюк. С Виктюком вы сделали два спектакля? Ну вот один сделали, а второй не доделали. И Хайт, безусловно, Хайт. И, безусловно, Городинский Михаил. И из тех, кто очень серьезно повлиял на мою жизнь, как это не покажется странным, Горовец Владимир. Хотя я видел всего одну репетицию в зале консерватории. И вот сейчас Леонид Трушкин. Вот на сегодняшний день я бы сказал, вот это такие опорные столбы. С Леней хочется жизни работать еще. Да, с Леней просто. Не дали, как 2 часа назад. Просто из этого номера звонил ему, рассказал, что в самолете я еще раз перечитал пьесу Саймона «Весельчаки», от которой мы когда-то с ним отказались, и вдруг еще одно прочтение этой пьесы заставило меня сильно усомниться в нашем негативном отношении.